Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить творожные вафли с медом. Для этого нам понадобится 2 пачки творога, 3 столовые ложки муки, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, пол чайной ложки соды и 2 столовые ложки меда. Все продукты перекладываем в миску и взбиваем миксером. Если у вас нет миксера, вы можете это сделать обычным венчиком. Наше тесто готово. Если оно у вас получилось немножко жидковато, вы можете добавить муки. Наше готовое тесто выливаем в предварительно разогретую вафельницу. Наши творожно-медовые вафли готовы. Мы их перекладываем на блюдо и украшаем. Готовые вафли мы будем украшать ягодами, медом и домашним мороженым. Как приготовить домашнее мороженое, вы можете найти в предыдущем видео. Всем приятного аппетита и прошу к столу. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые и вкусные рецепты.